Министерство просвещения определило лучшие школьные столовые страны. Среди лауреатов всероссийского конкурса проекта в организации питания школьников образовательный комплекс «Алгоритм успеха» из Белгородской области. В номинации «Лучшая практика управления и контроля» победило Управление образования Белгорода. Напомним, в алгоритме успеха, равно как и в остальных школах Белгорода и Старого Оскола, организацией обедов занимается фабрика социального питания. Эксперты учитывали соблюдение санитарных норм и рекомендаций, переоснащение пищеблоков, ассортимент в буфете школьной столовой, требования к поставщикам. Всего на конкурс поступило более 600 заявок от школ из 67 регионов России. Его итоги помогут определить лучшие региональные практики школьного питания и на их основе создать единую концепцию после чего регионы смогут взять на вооружение опыт лучших школ и сделать обеды учеников вкуснее и доступнее